Здорово, дамы и господа, меня зовут Сони и это Drive Club. Сегодня мы начнем проходить новое испытание под названием RPM, что коротко расшифровывается как обороты. Поэтому давайте повышать обороты и начинать первый заезд. Значит так, первый заезд у нас Бритпак. Я так понимаю, что это типа британский пак, да? С японскими или какими-то там иероглифами. Ну давайте посмотрим, хорошо. Значит, что нам надо? Финишировать раньше какого-то там игрока. Набрать скорость 274 км в час. Да здравствуют гиперкары. И победить в заездке типа повороты. Хорошо, звучит все заманчиво. Тачку нам дают McLaren 570S. Аппарат весом в 1300 кг и мощностью 562 км. Вот это, я понимаю, действительно автомобиль, а не как Mercedes делают на такую же мощность 2 с плюсом тонны, да? Хотя многие писали, что это выдумано все несколько. Ну, хрен его знает, насколько там выдумано или нет, но мы едем вот на таком вот просто лаконичном, роскошном, карбоновом, обратите внимание, отчасти, Макларене. Сочная тачка, но я надеюсь, что она будет сейчас сочно ехать, а не любить мозг. Кажись, очень похоже на то, что это будет канадский сверхзвуковой заезд, от которого я, в общем-то, так чуть-чуть подгораю, вот так, полыхаю, есть такое. Да, это... Да, конечно же, вот этот мост я узнаю просто на 100%. Ох, ребяточки, будет жарко, но слава тебе, господи, нас хоть не просят тут ехать чисто там или что-то такое, потому что те испытания сразу же становятся какие-то вообще... Убер... сложными, но тут старт сейчас будет тоже такой нормальный. У нас все на Макларенах, да, очень уж похожи, только на эти MP12C прут. Так, вот здесь опасное тесто. Давай, бустим. Рашим нахрен. Что-то там зинкнуло, кажись, я уже скорость взял. Тихо. Ух, как он оттормозился тихо. Че, это был не Макларен, кстати. Так что не только у нас тут MC Ларены. Я думал, то... Не, подожди, а что это было? Это Астон Мартин был, да, британские ведра, точно, все сходится. Ух ты ж, блин, тормозами я его едва ли уловил. Перекрутил руля в одну, в другую сторону и чуть не полетел нахрен. Туда, куда я заслуживал после таких ошибок. Подрезали тут и в атаку. Вон, кстати, впереди этот соперник, которого нам надо бы догнать. Боже мой, машина какая-то капец клевая на самом деле. О, очень быстрая, цепкая, между прочим. Вот в этом моменте я люблю атаковать. И сейчас у меня будет возможность. Они тут притормаживают, а я вот так вот ныряю. Нахрен. Выбиваемся в лидеры. Впереди поединок повороты будет. Там сейчас, кстати, будет веселое торможение. Немножко такой слепой поворотик. Ну и на нем, конечно же, поединок повороты. Зашибись, идеально пацаны придумали. Блин. Да я даже не понял, как туда проехать. О чем уж речь. Конечно же, тут теряю позиции. И атаковать особо нет возможности. Так, ну я это проехал, слава тебе, господи. А, боже мой, Макларен, охренеть, он просто на пределе чувствуется, валит в этих поворотах. Контратаковать сейчас будет возможность. Попробуем под слепстримом напрямую сейчас. Есть такой момент. Вылетаем. Тут сейчас они вот так, а я вот по внутренней. Тихо, опасно. Можно потерять автомобиль. Блин. Торможение. Ненавижу вас. Впереди финиш скоро. Они меня выпихнули, но что поделать. 77%. Давай, Макларен. Не совсем чистая езда, но как-то уж так случилось. Отлично. Даже штрафа не получил. Что было безумно важно в этом секторе. Налажал на торможении, блин. У меня последний шанс. Последний шанс перед финишем что-то сделать. Тихо. Нет. Давай, на все деньги, отлично. О, там сзади вон что-то прессингуют под слепстримом. Братишка, ну ты это там. Фу, хорош. Проехали. Нормальный старт. Ну, держим обороты, ребят. Бритпак мы, оу. Новичок, у меня что, сложность, новичок стоит?
Сейчас мы это дело... Если это будет сложность новичок, то это будет дикий фейспалм. Очень не хотелось бы, я вам так скажу. Было это не так, тоже не для новичков, скажем так. И... Не, все нормально со сложностью, слышь. Желтые звезды. Далее у нас Chevy Case на Корвете. Поедем на заезд на время. Хорошо, давай посмотрим. Минута 33. Нам надо... My friend минута 38 взял. То есть он кое-как на серебришко проехал. Видимо, у него были проблемы. Видимо, тут не так-то все и просто. Значит, Chevy Corvette ZR1. Чего? Centennial Edition. Centennial Edition. Хрен пойми, какой Edition. И есть вот такой Z06 15-го года. Значит, что мы имеем? Плюс-минус они похожи. Но мне что-то кажется, что ZR1 даже будет... Не будет он попизже. Z06 15-го года будет, наверное, повесить. Хотя они похожи, капец. Реально, масса. Но этот чуть легче на 50 кг. У этого момента больше. И чуть-чуть мощи больше. То есть, в принципе, компенсируется. Давайте на вот этом желтеньком красавце заедем, да? Смотрите, какая тачка. Американский суперкар. Довольно-таки прикольный. И стильный. И плюс у него интересный звук должен быть. V8 под капотом. И неплохо он, в общем-то, должен ехать. Ну, я так рассчитываю. Ага, у нас пустынный этот трек. Хрен знает, что за страна. Но не так-то тут и просто будет. Да, не так-то, посмотрите на эти извилистые повороты. Тут надо будет валить на все деньги и желательно без ошибок. Потому что вылетая на обочину, сразу большие потери будут по времени. Сумасшествие, хорошо. Давай, мы готовы. Он на палочке. Пробуксовали. Это было не... Не... А ты чё так на понижение реагируешь? Алло, животное американское. Колеса блокировались, серьезно? Кстати, тяга неплохая у него на низах. Да, он на третью скидываешь, и он такой аж докручивает. Я слюной брызжу. Ну, я уже явно не еду ни на какое золото. Что-то автомобиль не такой уж прям и радужный оказался. Да ладно тебе, блин! Тихонечко. Американское животное, дикое причем. Я, кажется, понимаю, почему мой друг там заехал на минуту 38 и не больше. Да бля, это невозможно просто. Я, конечно, попробую уже до конца, что называется. Но я эту машину реально стремаюсь. Как быстро он набирает обороты. А эта голограмма мне сейчас больше мешает на лаваше, чем чем-то помогает. Ой, солнышко, ты такое красивое, но такое не в тему. Ах, класс, снесло передочек. По-моему, знаете, третья передача — это сразу режим дрифт активизируется. По умолчанию причем, при любых раскладах. И вот только тут я скину сюда третью передачу, и все равно он, сука, дернулся. Короче, пацаны, эти потуги пора прекращать и попробовать другой корвет. Он просто ебанько какой-то. Не, я понимаю, что это круто, когда ты третий пнул и полетел. Ну, это нихера не круто, если ты ездишь в заезде на время. Давай попробуем второе животное. Может, хоть оно хоть чуть-чуть адекватное будет, хотя эта информация не точная. Черный вот такой вот звер. Да, давай смотреть. О, этот попроще, постарее немножко. Ну, может, хоть ты не такое ебанько будешь, маменькина, блин. И папеньки нахер тебя ставит. Хух, блин, да. Chevy Chase, хрен тебя пойми. Минута 33 все-таки говорите, да? Ну давай попробуем. А тут звук другой, тут на компрессоре, да? И тоже вот это вот на приборочке. Это, видимо, мода такая у них. Хрень. Но она хоть тут не настолько мешает. И мне интересно, как он сейчас на понижайку будет реагировать. Сейчас скоро узнаем.
нормально реагирует, нормально себе скидывается на минус одну передачу. Нормальный автомобиль, а то ведро я манал. Эти именины. Эй, блин. Ну, если бы еще не мои ошибки. Да блин, золотце уехало. Было бы вообще прекрасно, ладно. Здесь я боком валил, да, помните, на той тачке? Он реально для хот-клапа быстрее. За счет того, что стабильнее. Сносит передочек. Третью выгребет, по-моему. Вот что мне нравится в американских V8, это их тяга. Снизу прет, а штука так. Не надо понижать передачи, вообще бессмысленная тема. Минусовая, скорее. Не, ну тут, пожалуй, я скиду до второй. Слишком уж низкие обороты. Но так в целом едет очень приятно. Ни хера не вижу. Кто-то видит вообще дорогу? Если можно было бы эту голограмму сраную отключить, было бы вообще прекрасно. Солнышко. Привет тебе. Под Apex по красоте. Причем мне нравится его чуть-чуть так кидать боком. Скидывать газ. И потом продолжать на выходе газом. Притапливать. Прям клево едет. Вот этот аппарат действительно интересный. Блин, можно было быстрее. Такое, еще не попса. И очень клево докручивается поворотом. Даже как-то супер стабильно, я бы сказал. Ай! А тут не хватило. По-моему, это была фатальная ошибка. Ну, опять же, блин, знаете ли, не знаю трека, тут что-то показать вот так вот сходу. Безошибочно проехать, ну, для сверхразумов, пожалуй. Давай, родимый. Push to hard, motherfucker. Ай. И вроде бы просветление в конце туннеля, видать. Резче надо, резче. 76, у меня осталось совсем мало времени. Во! Но впереди еще будут повороты. Передержал, отыграемся. Смотри, чуть-чуть передержал, он уже отрывается. Давай на пятую. Сейчас надо будет оттормозиться по красоте. По красоте не получилось. Хотя вроде бы тормоза и ничего такие. Ну я, короче, проиграл. Очень уж на то похоже. Да, вон вижу финиш. Проиграл я. Серебро. Да. Мне не хватило менее 0,1 секунды. Ошибки, ребятки, вот так вот они карают. Да, что поделать, ну погнали. В общем-то, проехал я еще раз молча. Предельно понятный автомобиль и очень легкое испытание. Совсем другой компот. Хотя все равно пара ошибок у меня была, ну теперь я, видите, на 3 секунды. Ну почти на 3, на 2,5 быстрее. Понравился аппарат. Реально понравился. Очень круто. Погнали дальше. Следующее испытание. Skyline. Дрифт на 35-м гетере. А, мечта любого школьника, наверное. И страшный сон владельца GTR. Если он, конечно, не подготовленный. Естественно, блин, 6500. Че, сразу геймпад или попробуем? Попробуем. Что-то я себе делаю вывод, что проще в этой игре дрифтить на геймпаде, чем насиловать руль и себя и так далее. Потому что на руле как-то все очень невнятненько. Очень невнятненько. Ну давай посмотрим, с чего слеплен ветер. Может быть, что-нибудь да получится. 6500, говорите, очков. Сейчас надо прощупать трек. Надо было посмотреть, что как у друзей. Если кто проходил это. Ситуация была. Так, а тут где дрифтить-то? Не, я, наверное, прощупаю. Все-таки. А потом уже что-то. Да блин. 6500, говорите. Ну,
Как бы вам так сказать? 4000 нихера не делая, пропустив первый поворот. Единственное, что... Я что-то не всосал. А как мне на первом повороте вообще дрифтить, когда там, в общем-то, и поворот там, ну так, знаете ли, едва ли намазано? Не, ну на геймпаде это реально изи. Ну давай еще раз попробуем. Я готов. Наверное. Не, ну посмотрите даже на карту. Вам нихера не видно из-за моей жопы. Там поворота-то нету толком как такового. Это какой-то вообще, блин, скоростной такой себе. Вот такой себе, сука, с перекладкой. Хуйнички себе. И тут тоже скоростной, между прочим. Хотя нет, тут не настолько как раз таки. Не, блин, не пали! 5200 сходу, отлично. Это прям результат. А, изи катка. Нормально, пацаны, 7200 просто сходу. Блин, ну клево, клево. Восходящая звезда. Со второго раза, слушай. Да, со второго ж? Со второго вроде бы. Прекрасно. Поехали. Тут повезло, тут дрифт. Ну, автомобиль располагает. Японский автомобиль равно дрифт. Плюс дрифт равно профит. А когда дают тебе какую-нибудь Ригеру, ёпта, или там Кеттерхэм, то это равно трэш. О, опять дрифт. Только на Челленджер. Хорошо. Ну, американское ведро плюс дрифт тоже ничего так. Только My Friend 2700 взял. Кое-как, да. Бронзу, а тут 4250. Я уже предвкушаю, что меня ждет. А что с цветом на него? Ну да, аппарат пойдет, но только что-то он так колхозный. Во! Вот так должен выглядеть этот American Tas. А, не шибко радующий глаз. Ну ладно, давай, давай навалим теперь. Хорошие нынче испытания делают в Драйв Клабе. Че, поехали? Опять же, надо ознакомиться с треком. Что, на подрулевых или на палке? Не, на палке. Какие нахер подрулевые? Это ж старый добрый американец. V8 под капотом. Так, ну тут интересная связка поворотов. Ой. Ай, неинтересно только я вошел. Ладно, давай проедемся, посмотрим. На третьей передаче стоило тут позаигрывать, а вот тут, наверное, на вторую надо будет поскинуться. Блин, тоже третья передача. Слушай, меня прям развернуло. Ну, сходу можно не тратить время, а делать рестарт. Давай, погнали. Пробуксовали, подергали руль. Все, хорош дергаться. Третья передача, значит, говорите. Только как бы я не знаю. По-моему, тут на спуске можно весом чуть подыграть без ручника. Но получится ли? Блин, тоже мало скорости, приколи. Там, по-моему, даже на четвертый можно было рискнуть. Это не дрифт. Это какой-то нелепый занос. Ну, ладно. Как бы бронзу я взял вообще изи каточка. Ну, в принципе, это проехать реально. Единственное, что мне даже кажется, что четвертая передача и где-то посредине прохождения первого поворота стоит скидываться на третью. Как-то так. Поехали. Интересная связка поворотов для дрифта, кстати. И, в принципе, автомобиль ничего такой. Ну, давай попробуем. Что, получится? Получится ли что-то? Как-то тут так быстро надо. Больше угла, сука, и тут третью. Да, блин. Что-то пошло не так. У меня вместо третьей то пятая, то первая включилась. Что угодно, только не то, что надо. Давай еще разок. Реально интересный участок. Реально крутой. Простите. Давай четвертую пушим. Правда, смотрится это как самоубийство какое-то. Третью. Во, сука, вот что надо было. И с раскачечки. Нет, сука! Блин! Вот не хватило мне скорости на выходе. На втором повороте. Ты себе представляешь 100 очков. Ну как прошел первый поворот по красоте?
Блин, мне аж понравилось, слушай. Ну, это хотя бы адекватно, круто. Так, нам дали краску, но мы еще разы... А что это мой рекорд 2900? Алло, во, 400. Ха, слышь. Поехали. Обрываемся. American Toss, не радующий глаз, но радует жопу. Как он ее заносит, а? На поворотах. Заносить жопу на поворотах своему хозяину — это всегда круто. Так. И вот давай-ка так, третью. Пи***ц просто, пацаны. Вторую. Третью, больше скорости. Меньше ям. Не хватило чуть-чуть. На второй, давай. И... Да. Слушай, мне прям понравилось. Ты видел, как он четенько стал боком в первом повороте? Просто как боженька, как божечка американская. Отожгла. Класс, слушай. Вот такой дрифт мне нравится. И даже не хочется руль выкинуть в драйв-клабе. Вот это вот именно не просто и интересно. Потому что правильный автомобиль. Они электро-мерседес, извините. Или Кёнигсек Агера, или Ригера, Ригера, господи. Их путаю уже. Хорошо, меняйте. Хотя я всего лишь 15 тысяч, да и похер вообще. Вообще похер. А, блин, крутые испытания, обороты прям мы, я смотрю, набираем так не слабо. Ну, я думаю, что мы можем еще сегодня проехать вот это вот... чё? S-C-R-A-S, или как это читать? Чё? Короче, чё? А, тут у нас мини-чем... Поехали, блин, заехать в двойку. Средняя скорость 180 км, заехать в двойку 217, хорошо. Это у нас такой себе мини-чемпион. О, 370Z Nismo. Ну, давай прокатимся. Давай прокатимся. Вот, подрифтить, кстати, на таком аппарате тоже было бы интересно. По крайней мере, 350, когда Гриня мне давал покататься, так отжигал, что капец. Ну, сегодня у нас не про дрифт, да. Ну, ладно, нам нужно просто быстро постараться проехать. Средняя скорость, все дела. Хорошо. Попробуем родить это дело. Ага, Япония, Фудзияма, прям как чемпионат, который вы уже видели наверняка. Я-то снимаю сильно наперед эту серию, там чуть ли не на месяц наперед. Хорошо, погнали. Мы готовы, ёпта. Интересно, каково мне вот это вот для вас в прошлом, а в будущем для меня... Для меня в будущем, для вас в прошлом, каково это было на Фудзияме в Project Cars. Так, мягенько идем, два кружка, ага, я этот трек неплохо знаю. А вот где нам среднюю скорость на... Конечно же, где же, блин, никак не на самом опасном участке трека. Без штрафа, сука, без жопы! Изи каточка. Пыщ нахрен. Отлично, сейчас на шпилечку так. Врываемся нахрен. Че, пацанчики? Давайте, раненько притормозите. Красавчик. Почти что все удалось. И еще минусанули двух. Слушай, Nissan еще прям едет. Хорошая машина на самом деле у Nissan Z-серия. Пропущу тебя так уж и быть. Давай, дорогой, ты очень спешишь. Тебе, наверное, больше, чем мне надо. Потому что у меня еще будут моменты объехать. Не спеша вас. Заигрывая тормозами так. И знаете, что удивительно? Drive Club — это аркада, в которой присутствует смещение веса на торможении, разгоне и поворотах. И это самое удивительное. То есть это максимально правильная аркада, а не какая-то там ракада типа закрютом и прочих. Я просто бревнышки на колесиках. Как мы его, а? На торможении. И самое главное, чисто, Вася. Нам говорят в двоечку, давай-ка на четвертую скинемся. Да тут, блин, и в единичку вообще ничего так можно залететь. Если, конечно, сейчас я не налажаю на особом повороте, на котором был скоростной участок. Так автомобиль максимально приятен и максимально понятен. И это мне безумно нравится. Правда, сейчас не черти по слипстримам, он уже атакует. Далеко собрался, друг мой? Давай, скидывай гашетку. Смотри, как мы... Оп-оп, слушай, они даже пушат. Серьезно, пацаны? Запушил. Приколи. Ну, давай мы ответим. Занимаем траекторию внутреннюю. Вообще, все так происходит максимально так в легкой, естественной для этого автомобиля среде. Япония, такие себе повороты интересные, в которых чуть-чуть даже бочком так немножко совсем легенько можно подвальнуть.
Так, а тут теперь мягенько, так, заезжаем под апекс. Ну, блин, кайф, ребят. На фоне прошлых, знаете ли, соревнований на Мерседесе, видимо, разные смены делают те или иные челленджи. Одни там гребаные извращенцы и наркоманы какие-то обдолбанные, а другие вполне себе люди, понимающие в автомобилях. Чё да как. Потому что тут никакой наркомании, тут максимум кайфа и позитива, реально ж. Смотри, как чётенько, от поребрика к поребрику и разорвав всем попки, мы побеждаем. Все, в общем-то, закономерно проходит. Пушка машина, просто офигительно. В 3 секунды мы привозим нашим соперничкам и движемся дальше. Так, следующий заездик у нас... Что там требуется-то от нас? Заехать в двоечку и чуть-чуть побыстрее... А, развить скорость. Хорошо. Только это японщина опять попал. Слушай, ну, японский автомобиль, японские, да, треки. Правда, в грозу немножко ситуация ухудшается. Ну ладно, слушай, в грозу 217. Это уже поинтереснее. Это спринтец у нас, ребятки. Тихо. Уже поинтереснее. Уже чуть больше работы газом. Так сильно не продавишь. Тут и там. Извините. Воу! Тем не менее, реально клево все равно. Еще форс фидбэк. Я все равно на некоторых тачках чуть отличается. И на Ниссане руль какой-то особенно клевый. Упругий такой, приятный. Прям круто. По-моему, это, знаете ли, сделано с любовью, что называется. Ну, без погодных условий. Драйв-клаб не драйв-клаб, поэтому пришлось им добавить эту дичь. А, 217 я уже проехал. Я даже и не понял. Ты понял? Ты понял, что я ничего не понял? Братишка. Как мы маневрируем. В заборы чуть-чуть, но бывает не без этого. Я шестой еду. 33%. Чуть-чуть газом работаю. А тут даже можно и притормозить. Об чью-то жопу. Моя б жопа, наверное, пригорела, если бы меня так притормозили, блин, не вижу ни черта. Чуть забор не улетел. А, все, я понял, что за трек. Все, пушим нахрен. Или не понял, что за трек. Нет, не совсем понял. Я тут ожидал тоннель, но... Тоннеля нет. Как и света в конце тоннеля. Нет, свет промить. Идти воедких, тихих. Потому что я на третьем месте уже. А вон и тоннель. Все, я понял, что за трек все-таки. Что-то его ни хера не узнаю. Грозу, потому что ни черта не видно. Эй, пацаны, чё б я так делился? Как я его, да, чётенько? Так, бумц, щелбан по попе. Он и отлетел. Воу. Нехорошо, нехорошо. Ну ладно, вы мне тоже отвечаете, да, дерзостью? Отлично, тут хоть чуть-чуть момент сухости и комфорта. Притормаживаем. Кстати, вот на третьем спецучастке посложнее, наверное, будет. А, нормально. На извилистой дорожке вот мы и пробились. Хотя я даже не ожидал такого момента. Так, сейчас нужно чуть-чуть сосредоточиться. Потому что такие интересные поворотики нас ожидают. Вот особенно вот эта вот связка. Вот оп, на пониженную передачу. Оп, притормаживаем. Оп, проползаем. Оп. Оп, оп, и осталась пара поворотов. Один резкий. Оп. Небольшая эсочка. И скоростной левый. Прекрасно, который проходится просто скидыванием газа. Летим, скинулись, топим. Изи катка. Кайф, ребятки. Вот это действительно сделано с любовью. И еще 2 секунды с плюсом мы привозим нашим соперничкам. У них не было шансов, что сказать. Хрен пойми, какой чемпионат. Че, чемпионат? Мы с 30 очками завершаем. Зашибись. Ну что сказать, ребятки. Круто покатались. Реально круто. Прям пошло так, как боженька отжег. Но впереди еще есть что испытаний. Думаю, что на пару видео мы это дело подразобьем. Будет раз заезд, потом чемпионатик опять же на Геттере. И дрифт на 370-м. Вот. Жаждете увидеть дрифт на 370-м? Обязательно подписывайся и тыкай в колокольчик. Плюс ставь лайк, с меня будет годный видос. С тебя лайк, подписка, с меня годное видео. Все предельно просто и понятно. На этом я удаляюсь. Спасибо огромное, что вы остаетесь с нами, ребят. До скорых встреч, увидимся. Покеда!